Нелегкая, но очень нужная профессия. Она требует выдержки и самообладания, чуткости и неравнодушия, верности жизненному призванию и преданности своему делу. Всеми этими высокими профессиональными и личностными качествами обладают стражи порядка Ленинского района. Свой праздник сотрудники полиции собрались на торжественное мероприятие во Дворце спорта «Видное». Открыл череду поздравлений в адрес сотрудников органов внутренних дел глава Ленинского района Олег Хромов. Я хотел бы, уважаемые сотрудники, пожелать вам мира и добра, благополучия вам и вашим близким, чтобы все-таки несение службы, непростой службы, часто связанной с жизненными испытаниями, риском для жизни, было для вас все-таки чуточку и чуточки попроще. Своих коллег, а также ветеранов органов внутренних дел поздравил начальник МВД России по Ленинскому району Алексей Кучун. Весь личный состав поздравляю еще раз с праздником. Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и, самое главное, успехов в службе на благо нашего любимого Ленинского района. В этот праздничный день сотрудники полиции желали друг другу спокойной службы, мирного неба, профессионального роста, крепкого здоровья и благополучия. Они признавали, что в повседневной жизни редко произносят эти слова, но всегда помнят и хорошо знают им цену. Коллегам, коллективу терпения, служебных, как говорится, продвижений по службе, счастья, семейного благополучия. И чтобы поменьше преступлений совершалось. Чтобы было меньше пострадавших, меньше ДТП, чтобы больше люди, как говорится, радовались, чем огорчались. Молодым пожелать терпения, вот, реализовать свое высшее юридическое образование, повторяю, не терять надежды. Всегда было непросто работать и непросто быть офицером. От имени общественного совета при УВД нашего района хотел бы поздравить всех сотрудников милиции, членов их семей с этим большим праздником, пожелать им здоровья, счастья и успехов в их нелегком труде. Полицейский только на первый взгляд профессия романтичная, а на самом деле это жесткий рабочий график, дежурство в ночные смены, работа с не всегда доброжелательными в общении людьми. И требует она огромного терпения и душевных сил. Елена Лучкина работает в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции уже 2 года. Елена рассказала, что служба эта интересная, хотя отличается своей спецификой. Ведь для того, чтобы распутать клубок преступлений, совершаемых в сфере экономики, оперуполномоченному необходимо быть грамотнее преступников. Хочется пожелать успеха в работе, терпения, карьерного роста, побольше звездочек на погонах. На празднике присутствовали и особые гости, родственники сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Хотелось бы сказать большое спасибо руководству УВД по Ленинскому району за поддержку, за внимание, за то, что приглашают нас на мероприятие. И хотелось бы пожелать в честь праздника крепкого здоровья, это самое главное, и чтобы ребята возвращались домой живыми. Современная полиция России – это технологически развитая, мобильная и четко организованная система защиты, законности и правопорядка. И главная сила в людях, которые здесь работают. После торжественной части состоялся праздничный концерт. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.